Всем привет, с вами Грау. В общем, я уже за это время успел избегать всю хату, нашел, во-первых, вот тут секрет есть, который мне уже, в общем-то, нахуй не нужен. Оказывается, я стоял прямо на той могиле, в которую, если прыгнуть, ну, короче, переход на другую карту будет. Это два. Три. Вот тут я нашел красную дверь, тут она таки есть. Но дело в том, что за ней сразу синяя дверь. Вот красная дверь, которую можно открыть. Вот тут имп и, блядь, вот... Вот, дело не в этом. Дело в том, что, смотрите, вот в ту могилу, оказывается, на которой я сохранялся в прошлый раз, в прошлой серии, в нее в натуре можно спрыгнуть. Но она, как оказалось, не всегда срабатывает. То есть мы сейчас можем спрыгнуть и нихуя не... Вот сейчас портану. Значит, что-то тут не так. Значит...
Понял. Ах, вы падаете. Зажать меня? Так они не пройдут здесь, они жирные, ребята. На что расчет? Они не пройдут. Все, этого достаточно. У меня телефон. Так, секунду. Так, я снова здесь, меня там что-то продамажили. Нормальный чувак. Бодренький. Вот так вот. На отмахе. Прописюня. Пицца. Проходим вот сюда, берем его. Так, тут вот я смотрю, уже на ракетницу начали патроны подавать. Это очень интересно.
Опять Влада, что ли? Кто это такие? Прям говнистые. Получил по харе одну. Ладно, да? Ладно. Грузимся, потому что я сейчас натурю. Ну вот и вот такой я вижу тут выход. Видимо, лучше все-таки из ССГ решать их, потому что раз уж тут... Да я не удивился бы, на самом деле. Опа! Ага, у нас такая же дверь где? А вот у нас еще одна комната появилась. Звук пришел из спальной комнаты, нам написали. А ну-ка, что у нас в спальной комнате случилось? Пойдем посмотрим. Звук, произошедший из спальни. А, в спальне у нас открылась следующая серия. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Ссылку на плейлист я добавлю чуть позже в описании. Всем пока-пока.